очень приятно, и как бы покупатели его требуют. Иван Семенович говорит, никакой мистики. Вкусный виноград – ежедневная работа, без выходных и праздников. А еще это дело жизни, которое он передает сыну и внуку. Арсению всего 8, а в сборе винограда он уже знаток. Срезать гронку нужно так, чтобы другая рядом не пострадала. Потому что этот стебель может дать вот такую грону. А срезать только вот с этого. Вот. Если на других полях ждут дождей, винограду теплая сухая погода по душе. Гронки от 1,5 до 3 килограммов – здесь обычное дело. Сейчас собирают сенсацию. Сорт умеренно сладкий. Такой виноград можно и при сахарном диабете, и на диете. Сейчас мы его рвем к рынку, продаже, на продаже. У него есть немножко привкус и не такой сладкий. Рабочая лошадка – сорт Аркадий. Он самый урожайный. С куста дает по 30 килограммов. И успевает созревать и куст, и лоза, и набирает той сахарейность под будущего урожая. 200 килограммов с куста. Такие рекорды дал сорт Молдова. Кишмиш в основном берут детям. Он чемпион по сладости. Правда, на рынке самый дорогой. Тут косточки, можно сказать, что даже и нету. Ранние сорта уже есть на всех рынках. К сентябрю поспеет «Аврора». 22-й для винограда удачный. При теплой погоде урожай будет до ноября.